adashib jinoyat yo'liga kirgan yoki sodir etgan qilmishdan chin dildan pushaymon bo'lgan insonlarga yana bir bor imkon berish, ularning jamiyatga, oilasi bag'riga qaytarish muhim ijtimoiy masalalardan biri hisoblanadi. Nega deganda ular ham O'zbekiston fuqarolari, shu yurt farzandlari. Bugungi tarixiy sana arafasida men prezident sifatida o'zimning konstitutsiyaviy vakolatlarimdan foydalanib, sudlar tomonidan hukm qilingan 2700 nafar shaxsni afv etish to'g'risida farmonni imzoladim. Bunday farmon O'zbekiston tarixida birinchi marta qabul qilindi. Держи конфетку. Конфетку? Подойди, дай колобок. Вот это. Дай, дай. Я нашла тёта вот здесь. Вот так вот здесь. Вот здесь полная. Украшать новогоднюю елку снова вместе с мамой и папой Тамилой хотела больше всего на свете. А что сбудется все так скоро, даже не думала. Когда маму Нигуру Шерифову лишили свободы, казалось, жизнь застыла. Остановилась, как сломанные часы. И что пришлось пережить маленькому сердцу, остается только догадываться. А ты скучал по маме? Да. Как ты скучал? Снялась. Перед глазами не уходят эти мгновения, когда вот я вышла и увидела доченьку свою. Рядом мать, они за руки держатся. И я побежала к ним. Тихо. Пойди домой. Скоро пойдем домой. Пойду я с тобой домой. Доченька, не плачь, родная моя. Мама здесь, не плачь. А каким было самое сильное чувство, которое вы там испытывали? Чувство раскаивания. Благодарю нашего президента за все хорошее, то, что он для меня сделал. Мне очень нравится в нем то, что он находится среди нас, среди людей. С каждым разговаривает, чувствует человека. Не просто так вот мы стоим, уважаемый президент, а вот вызны президент, вызны кер. У Нигуры судьба сложилась так, что осталась без средств к существованию. Это толкнуло ее на преступление. Получилось 7 лет и отбывала срок с октября 2015-го. Она одна из 956 лиц, освобожденных из колонии по исполнению наказания. А всего их 2700, именуемых помилованными, и попавших в список, который изменил их судьбу. Искренне раскаявшихся и желающих только одного – жить по-людски, стать другими, достойными доверия. И после того, как встретил дом, они не предоставлены сами себе. Государство, махаля берут под опеку все вопросы, связанные с тем же трудоустройством, лечением, помощью в ремонте квартир. Ассаламу алейкум. Проходите. Ассаламу алейкум. Тамилочка, ты здесь? Нет. Здравствуйте. Как раз. Здравствуйте. Ой, молодец. Держи куклу. Смотри. Ой, какая красивая. Спасибо. Сызы хочевинецы. Ishga joylashtirdik. Siz chiqishingiz munosabati bilan shahar markaziy kasalxonasiga ishga joylandingiz. Texnik xodim bo'lib, mana shu buyruqni olasiz, halol xizmat qilib, oilangizga boshpana berasiz. Bilan tanishtiring, o'zingizni bundan tanishtiring. Sog'lig'ingizni. Mana qizimiz Tamilani 11-chi bog'chaga solishtirdik. Садик пойдешь? Да. Ой, молодец. Ассаламу алейкум. Ормейлер, чертомейкил Гларина. Я шутер в сарма. Доченька, давай ухаживай за гостями. Сейчас мама еще чайник принесет. Хорошо? Рада, что мама вернулась? Да. Очень рада?
Молодец. Mana shunday oilalarni kelajak taqdiri uchun biz deputatlar ham mana tez-tez xabar olib sizlardan mana shunday ishlarda birga bo'lamiz. Muammolar bo'ladigan bo'lsa mana senatorlar shu yerdalar. Biz viloyat deputatlari nima yordam bo'lsa qo'limizdan kelganicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Sog' bo'ling. Указ президента о помиловании в честь 25-й годовщины принятия Конституции называют событием историческим. И не красного словца ради. Вспомним еще раз, как это было. И взглянем в глаза. К чему слова? И найдутся ли они для такого? Аллахға шүкір қылсам, әйәжәнің келді. Әйәжәнің білім болырсан, ең. Аттыш мәсілі өзі үйвестіңіз. Это слезы радости, доченька, слезы радости, что я с вами. Такой указ был принят впервые и без высокопарных слов сказал о том, что такое истинное милосердие. Любовь к ближнему, даже совсем незнакомому. Но в то же время этих людей не назвать безликим списком. Прежде чем принимать решение, проведена огромная работа. Все мы помним акты амнистии. Да, безусловно, они важный инструмент в проявлении гуманизма. Но амнистия устанавливала виды преступлений. Затем следовал список лиц, подлежащих освобождению от ответственности. Повторяюсь, список. Речь не шла об изучении личной истории. То есть осознание вины, раскаяние, готовность исправиться – все это оставалось по ту сторону правды. А отсюда чувство безнаказанности. Вслед за этим нередко случаи повторного совершения преступлений. Нужен был принципиально новый подход к решению данного вопроса. Такой, чтобы личность тех, которые будут помилованы, тщательно изучалась. Напомню, 29 сентября текущего года президентом нашей страны было издано распоряжение, согласно которому началась подготовка материалов к помилованию. Были созданы рабочие группы. В состав этих рабочих групп входили сотрудники правоохранительных органов, представители суда и общественности. В данной работе особое внимание уделялось изучению личности каждого осужденного. Проводились индивидуально беседы. Была проведена беседа с общественностью, с представителем махалей. Особое внимание уделялось степени общественной опасности в деянии. Учитывалось чистосердечное раскаяние, также семейное положение, здоровье, возможности возмещения материального ущерба. То есть до окончательного вердикта учитывалось все, что и помогло обойти ошибки, но не чаша Фемиды. Колесо судьбы, оно ведь такое, не церемонится. Чуть свернешь не туда, и маршрут наперекосяк. Как случилось однажды у Азима Талипова из Махали-Буньяткуар в Янгиюрском районе. ДТП. В итоге лишение свободы на несколько лет. Жизнь как будто раскололась на до и после. А потом помилование. Свою младшую дочку Азим увидел только сейчас. В то, что все теперь будет хорошо, верят и благодарные родители. Об этом говорит вся Махаля. Сын вернулся. Президент простил. В почтенных ладонях старцев через край благословения. По такому случаю ароматный плов для всех. По-нашему, по-узбекски. Азим приготовил его сам. Указ главы государства у всех на устах.
Говорят, к хорошему человек привыкает быстро. Но в нашем случае, наверное, каждый шаг навстречу людям, каждая новость, стремительный рост всех сфер, а главное – умение слышать народ, понимать его. Это как глоток чистого воздуха. И с каждым разом из желаний благородный посыл от того, кто у руля. Большое спасибо за то, что он думает о народе и все делает для народа. За то, что он понимает каждого человека, и ему не безразлична судьба каждого человека. За месяцы, пока отбывал срок, соскучился Махамаджон Шойнусов и по дому, и по любимому саду. Хотя и пришлось с ним хлопотать без него, теперь все сделает сам, дай бог, в новую весну. Главное, осознал, раскаялся, и мама заждалась. А тем временем двери в доме не закрываются. Представители парламента, Махали, инспектор профилактики. Здесь, можно сказать, завсегдатай. И с трудоустройством помогут, и все остальные насущные вопросы решить. Объятия дома. Они такие родные. А когда оступился и понял цену всему этому, они неповторимы. Бабушка говорит, душой чувствовала, что все наладится. Омадин берсин Худоя, яхшы тойла кылыйлы. Умрыңыз зоо болсун, бактыңызга соо болыйлы. Шунда болсун, балам, шунда болсун. Махамаджанов знал с детства. Он был хорошим парнем. Часто приходил ко мне и спрашивал советы, как работать в дальнейшем. Но по молодости он оступился. Мы теперь будем уже больше общаться с ними, больше встречаться. Я уверен, что у него будет все хорошо. И для этого мы все вместе постараемся. Енгел хайот. Не нужно думать о том, чтобы прожить жизнь легко, без забот. Я многое осознал, пока не был дома. Искренне раскаиваюсь и не могу выразить словами, какую благодарность испытываю. Президент выразил мне доверие. Я сделаю все, чтобы быть достойным этого. А как иначе? Если честно, этот человек – эталон для меня. Пусть у него будет все прекрасно в жизни. Есть у Махамаджона еще одна мечта – разводить голубей. Сосед Сардор обещал помочь в этом. В высоком полете наш герой видит много символичного. И то, как Узбекистан взлетел за последнее время, и то, какие цели ставит сам Махамаджон. Все получится. Главное – хотеть и верить. Много планов строит теперь и Рашид Ходжалиев. До того, как оступиться, работал машинистом на грузовом поезде. За совершенное преступление по статье 182 получил почти 6 лет и с августа 2016 отбывал срок. Родители – уважаемые люди. Да и сам хороший парень, говорят махалинцы. Но по молодости вышло вот так. Дочь Муазамхон и сын Мухаммад Ходжа думают, что папа надолго уезжал. Ну и ладно. Зачем им детали? Все хорошо, что хорошо кончается. Ой, нам барри, я не могу передать, как счастлив. Я с семьей, с родными людьми. Вы не представляете, какие мысли одолевали там, в заключении, как мучила совесть. Думаешь о том, как там твои близкие, как в глаза посмотреть родителям. Но то, что сделал президент, вдохнуло в меня новую жизнь, как будто я как заново родился, снова и снова раскаиваюсь и говорю человеческое спасибо. Постоянно справляемся о семье, какие проблемы, трудности. Поможем с трудоустройством. Сделаем все, чтобы процесс адаптации прошел хорошо. И главное, чтобы не повторилось подобное. Бабушка Махсудая вместе с соседями не устает давать внуку наставления. Азат Нарматов теперь на свободе. И ему всего 15. За участие в краже успел отсидеть несколько месяцев. Но они, как он говорит, стали хорошим уроком. Я надеюсь, что он осознал, что президент простил его. И он дальше будет жить по правильной дороге. А часы жизни... Все спешат вперед, пронося над нами события, уроки, осознание самих себя. Вот и новый 2018-й уже совсем близко. Еще сколько семей встретит его полными, с благодарностью в сердце. К тому, кто широтой души может понять каждого,
А если нужно, простить. Дать шанс быть счастливым. Оттого и новогодние огни скажут намного больше и загорятся ярче. А чудеса мы сделаем сами, своими руками. Верой, прощением, благодарностью. Камила, что ты загадала на Новый год? Какое желание? Много-много игрушек, чтобы было. Чтобы у президента все хорошо было, у всех все хорошо было. Yil 4-nchi dekabr kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida Shavkat Miromonovich Mirziyoyev g'olib chiqdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamiyat qilaman. Ona xalqimga ta'zim qilaman. Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу. Важнейшей задачей мы считаем довести до широкой мировой общественности подлинно гуманистическую суть ислама. Dünyadan kelgan odamlarni katta, kichik shu markazga kirgizib, biz o'zi kimligimizni ko'rsatishimiz kerak. Bir oila, har bir xonadonda yaxshi kunlar, to'y tomoshalar ko'p bo'lsin. Barchamizning ezgu orzu-niyatlarimiz ushalsin. Osmonimiz musaffo, yurtimiz tinch, xalqimiz omon bo'lsin.